Ребенок, болеющий раком, как никто другой, нуждается в поводе для радости. Сегодня в Национальном научно-практическом центре детской гематологии, онкологии, иммунологии имени Дмитрия Рогачева таким поводом стал приезд олимпийских чемпионов, знаменитых футболистов и призеров международных соревнований. Гости рассказали детям о том, как важно верить в себя. Проверили конкурсы, вручили подарки и раздали автографы. В свою очередь, подрастающее поколение научило спортсменов своим навыкам. Так, например, нападающий «Локомотива» Ари теперь прекрасно владеет не только мячом, но и обручем. Я решил сюда прийти не один, а со своей дочкой. Во-первых, дети всегда радуются, когда видят других детей. А во-вторых, я хочу, чтобы она с самого раннего возраста понимала, что такое помогать ближнему. Детям просто хочется помочь, как вот то, что от нас зависит, это просто вот искренне, от души. И когда ты как-то, как, это другой мир вообще, то есть совершенно. Это доброта в каждом движении, в каждом дне, в каждом слове этих детей. Это просто, ну это замечательно. Так хочется, чтобы все детишки в этом мире были здоровы, чтобы все было хорошо. Вот прям, да, ну меня до глубины души вообще все проняло. Замечательное мероприятие.